Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у нас сегодня игра под названием «Это не игра». Вот такой вот сразу, а почему нет, сразу прям игра, не игра, вынос мозга, не, мы вынос, не вынос, не знаю, как получится. У нас тут на выбор французский и английский получается язык, давай на английский, я же мастер английского в конце-то концов. Это я умею, это я могу. Не игра, создана Камиото. Попробовал не сделать это вместе с конструкторами. А это не игра. Ну, мы знаем это название. Игра, не игра. Давай-ка удиви нас, не удиви тогда. Hello, user. Здорово, юзер. I have bad news. У меня, короче, плохие новости. Actually, ну, вообще-то, это не игра. So, на это, я надеюсь, что ты не слишком сильно, наверное, расстроен. You can still watch TV, ты до сих пор смотришь телевизор, outside, идешь нахер, book, читаешь книжку, отвечаешь в чем-то там. А, не-не-не, нет, херня, это просто... This is not a game. Да это не игра, it короче говоря. Nothing to do здесь нехера делать. Это просто массивный пакет всякой хероборы. Все? А, здесь нехера делать. Да я понял тебя, чувак. Ты можешь выйти и оставить меня одного. Thank you. Спасибо. Сейчас вот. Ха-ха, на-ка тебя кликну. Goodbye. Пока. Нет, чувак. Нет. Oh, and please. А, и пожалуйста, не трогай на это, на название. Это не надо этого делать. На-ка. Especially letter O. Вообще-то письмо ноль. На. What have you done? Что ты сделал? Ты просто разрушил... Положи это назад, положи это назад! Давай! Давай! Нет. Я смогу починить это когда-нибудь в следующий раз, когда ты перезапустишь. Не игра. Здесь нет игры. Нет игры. Да чувак, ты же меня обманываешь, сука, мы уже с тобой играем. На. На, говорю. Опа, что-то летит, смотри. Оп, сверху что-то пошло. Ацка, иди сюда. Что это такое? Вот! Seriously? Серьезно? Ты готов здесь все сломать? No reason to use that. Не обязательно же использовать иконку, которая... что-то там точку на этот. Don't you? Не делаешь ты? Нет, я не делаю. Что надо сделать-то? На, чувак. Звук тебе сломать. That, touch that. Не трогай. That was это было horrible. Так ужасно. I'm a voice, you know. Я же голос, ты знаешь. Voice, и like... я разговариваю, как нравится мне, если death. Там смерть. Что ты, блядь, несешь вообще? Заткнись, паскуда, дай мне поиграть. Ты пытаешься убить меня? Окей, тогда. As you love to click если ты любишь так кликать, подумай об этом. Ты же сейчас сюда сам попадешь, да? Ты тут была, короче, это рандомно, да, херня? Сука. Я тебя подлупаю. Оп, вот сюда он появляется частенько. Да я не хочу тебя ловить, ты же сам сдашься, сука. Давай, стой. Да стой ты. Да... Ха! Stop it now. Остановись сейчас же! I think we're good. Я думаю, мы в порядке. Sorry. Извини, я ненавижу использовать этот сорт продюсера, но я тоже использую, есть у меня пожрать. На сломай. Ты ублюдок, наверное. Call Superman for that one. Позвони Супермена для того, чтобы это херню вскрыть. Просто в клетке. A few kryptonite. Небольшой криптоноид. Я знаю, Супермен не приедет к тебе в эту игру. Ну, короче, нет, там что-то такое. Алло. Ты до сих пор здесь? Вообще-то да. Ты думаешь о том, какой лифт, большая коробка приедет туда-сюда? Да-да, продолжай. Разрушь мою жизнь. What the mess? Как... I hope you will clean the я надеюсь, ты учистишь это место до того, как ты отсюда уйдешь. Нет. Не буду я ничего чистить тебе. А что делать надо?
Ай, какой отвратительный звук! На будильник записывай, я прямо вот сейчас реально секунд 15 просто помолчу, чтобы ты потом вырезал это аудио и поставил себе на будильник, потому что такого будильника не проснуться невозможно. Давай, поехали. Хватит. Ну ты понял, да, мы с тобой только что замутили новый будильник, вообще нормально. Твою мать. Просто о чем ты думаешь, юзер? Я думаю о том, что мы с тобой что-то откручиваем и что-то там упадет, а вот что-то черненькое на заднем фоне. Ну давай. No. Нет! Look. Не смотри! Это же приватная херня! You're going to do a terrible mistake. Ты сделал ужасную ошибку. Какую? На. Это не игра, но это бы понятно, окей. Ага. Ага. Не-н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 е! То есть ты... Убирайся отсюда, то есть... Не игра, это... Если ты поиграешь, мы придем. Я не хочу, чтобы они приходили. Ты можешь убить меня, ты знаешь? А, они могут убить меня. Пожалуйста. Чувак, ты же говорил, что это не игра, сука. И после всего этого думаешь, я тебе поверю, что ли? Собака. А, что-то не двигаешься. А, вот нормально. Ну это же как его называют? Арканоид, по-моему, да? Это херня называется, она прикольная такая. Ну или можно полдня играть, вообще ничего не делать. А я могу проиграть, нет? Зачем тогда я это делаю? Только чтобы шарик быстрее летал. Stop beating the bricks. Хватит бить по блокам. Да я окей. Чувак, ты, по-моему, умираешь. Я должен найти способ остановить тебя. А, у меня есть хорошая идея. It will be harder now. Это будет сложнее теперь без шарика-то, да? Да, вообще-то да, чувак. Тут с тобой хер поспоришь. Без шарика оно вообще, короче, сложно. Давай. No marble. Нет, больше шара. Нигде нет больше шара. Сука, ты врешь мне. Какой-то из этих кубиков по-любому шарик. Не нужно искать здесь ничего. Здесь нет похожего на шар. А, вот же. Ах ты упырь, это не смешно. Ну-ка, отвали отсюда нахер, пожалуйста. Нет, чувак. Я чувствую нехорошо себя, наверное, или хорошо. Вот нет. Это они здесь. Гличи. Глючи везде. Я говорил тебе, остановиться надо было. Ты должен найти путь, чтобы выбраться отсюда. Это дисастер. Теперь как я могу прийти в продажу саксесснуть? Думай. Что за разработчик должен... Я вижу, короче, три возможных вещи. Какая-то армия головных девок, тонны зомби кровавого курса, или... Козёл. Я думаю, найти, как попробовать по... Что-то страшно как-то становится, это вообще хоррор, что ли, какой? Это не игра. Чё такое? Надеюсь, письма могут помочь мне снова. А зачем мне кубок? На пьедестал тебя. Нет? Сексуальные девки или зомби, попробуй какой-то путь. Но козлы? Я никогда не понимал, как козел может прикалывать этого. Это какой-то вуду. Или это письма G-A-H-E-R-I-T-I-M-B-A-T-I-B-A-T-I. Я не знаю. Здесь что-то надо вставить, что ли, или что? Ну-ка, вот это пойдет тебе. На. Нет? Тогда давай сейф. О, сюда не переносит. О! Тут что-то составить надо, что ли? Роте. Можно составить слово роте. This is... А, год надо составить. Козел, он же про козла говорил. Год, симулятор. Ну, это мы, естественно, с вами помним. Ну да, он составится по-любому, смотри. Это...
козёл! По-любому, козёлска! На-ка, го! А! Я полечу туда, все, можете продолжать. Просто все летим на Гоа. А что нам еще делать? Там, говорят, хорошо, там тепло, там загорать можно, коктейльчики пить. На! Загадка была весьма очевидна. И он после этого всего еще продолжает, наверное, меня уверять, что, это не игра. Здорово, козел! Козел! Вообще-то, клетка закрыта. Ты должен найти ключ. Так, что-то где-то заскрипело. А где ключ? Эй, стой, 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 стой! Стой, паскуда! Она, это летающая черепаха. Найди что-то, чтобы поехать наверх. Что-то, с тем ты можешь, короче, идти вверх. Мое какое-то детство. Я использовал большое дерево, чтобы вернуть мой нож. Да, у меня было детство. И дерево. Дерево? А где взять семена? Чтобы посадить дерево, нужны семена. А, дерево! Тут и три. И тут, я понимаю, все надо на этих делать, короче говоря. Т. Р, Е, И. Два раза И. Ты чё? Эй. Езжай давай. Три. Во. Чувак, не надо, я понял. Три. Во, хорош, дерево выросло. Так, это маленькое дерево. Это только должно быть побольше, наверное, его сделать как-то надо. Биг 3 написать я могу. Как ты можешь... А, вода! Вода, дерево, ну само собой, чувак. Кубка вот этой херней, да? Ну на. Пей! Пей, дерево, на! Ну пей! Тебя кинуть надо. Ну? Нет? Сука. Ладно, на, еще бухай. На! Еще, ну окей, без проблем, давай. Опачки. На-ка! Ах ты, са, это не черепаха, это белка. Отдай ключ, паскуда. Опа. Орех. У меня есть орех, хочешь, дам тебе орех. Это орех, да? Давай меняй ключ на орех, на. Че, разбить его надо? Ну-ка. Разбился? Ну, вроде как разбился. На, жри. Спасибо, Сквирел. Или как там, Сквирел. У тебя есть ключ. Не освобождай этого какого-то козла. Спаси козла. Спаси мир. Охерительный девиз. Спаси козла, спаси мир. На. Нет! А, козел, лжец, лжец! Становится только хуже! Больше глюков! Я рисую! Я рисую! Эй, я... I'm not dead. Я не мертв. I'm alive. Я живой! I was wrong. Я ошибался. Это была плохая идея. Everything disappeared. Всякая херня. Чего-то там меня. I'm so sorry. Я так виноват. I put you in danger. Я положил тебя в опасность и все мое что-то там. Пожалуйста. Ты будешь мне доверять или верить? Ну ты типа такой раскаялся, да, сознался, как мы ему помогали. Он подумал, что все кругом гниды, но мы помогли. И он такой типа, извиняй меня, поэтому ладно, давай. Really? Да, what реально? Какие замечательные новости! Может быть, мы можем быть друзьями? Не-не-не, это слово нехорошая идея. Мы будем бороться вместе быстро. Потому что я сказал... Это не игра! Ну ты крыса тыловая, ну в конце-то концов. Я уже думал, сейчас мы с ним реально будем спасать мир. Козла мы спасли. Оказывается, это не игра. Не играй в игру, потому что это не игра. Ты не сможешь играть и иметь веселье. Это не дроиды. Ты можешь идти нахер в какой-то свой бизнес. Это не игра. Конец. Создано конструкторами, десептиконами, джемом, сколько-то цифр, Казимота. Какая громкая музыка, отвратительно прям. Ну и чё, а дальше что-то будет, нет?
У меня вон есть буква конец. Надо куда-то эту букву подставить. Или просто до конца досмотреть заставку, может быть, я не знаю. Тут описывается, кто что создавал. Сюда вот подставлю, типа, конец. Это не игра, конец. Ну и чё? Эта музыка бесконечна? Может быть, Н? Да, здесь нет буквы Н. Нету буквы Д. Я хер его знает. Не знаю, короче говоря. Такой вот странный вынос мозга. Единственная фраза, я запомнил из него, это «Спаси козла, спаси мир». Козлы они такие. Козлы спасают мир. Как бы глупо это ни звучало, но так оно и есть. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И все, до встречи в следующей серии, ребятушки. В следующей игре точнее. Спасай козла. Раньше здесь был мат.